Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Сейчас я вам покажу, как часы ZEP-Z можно подключить к Android-телефону. Давайте выберем русский язык для начала. У нас показывается QR-код, разблокируем наш телефон. Для того, чтобы подключить, собственно, часы к телефону, нужно скачать приложение ZEP. Заходим в него. Логинимся, после чего заходим в профиль, нажимаем «Добавить устройство». Часы, нажимаем «Часы с QR-кодом». Сканируем наш QR-код. Ждем. Соглашаемся на сопряжение. Можем все пролистать. Нажимаем «Продолжить». Видите, надо подождать, пока настроится все. То есть тут у нас что-то настраивается, а так уже, в принципе, часы работают, и можно ими уже пользоваться. Что не может, естественно, не радовать. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!